А, давайте, пока что, пока есть время, я поговорю, расскажу вам, да, касательно, ну, расставания. То, что чат постоянно спрашивал, почему расстались, а так как мы говорили на другие темы, я не мог ответить. Так вот, расстались, потому что я честно себе признался, наконец-то, спустя столько времени, что это отношение, я ищу в них спасение. Я действительно, клоун действительно искал любви и тепла в этих отношениях. И, как бы сказать, ну, отношения не должны быть такими. Они должны друг друга, они должны вас мотивировать. Вам должно быть постоянно классно, ну, быть вместе. Вы в них растете, а для меня отношение было спасением. То есть мне не хватало действительно тепла и любви, и я хотел получить от человека именно ласку, именно любовь и тепло. Чтоб меня обняли, поцеловали, почесали, там, по головке погладили, сериальчик посмотреть, и все, зарядиться и съебаться. Понимаете, да? То есть максимально эгоистичная модель. Я работаю, работаю, что-то у меня хуево, что-то у меня не так, я пришел, повалялся, пообнимался, спасибо и съебался. Вот, вот так отношения вот, все мои были. То есть они реально мне нужны были для ласки и тепла, это правда. Вот, и один момент, я тут спич закончу, двухминутные буквально, и принимаю. И я себе признался наконец в том, что, ну, это неправильно. Мне нужно снова стать самодостаточным человеком. Нужно полюбить себя, не искать ласки и любви во внешнем мире, а дать ее самому себе. Вот, это о том, что я говорил, если бы Мирон выпустил месяцем раньше дис, он бы меня задел. Но я обрел, короче, я полюбил себя. Я давно такого не было. Я что-то потерялся, может, это из-за переезда, из-за того, что у меня там, блядь, и дом, тачки, бизнес, все отжали нахуй. Может, из-за этого. Я потерялся, я перестал любить себя. И просто спасался в этих отношениях. А когда это понял, то решил, да в пизду. В пизду. Все, пора полюбить себя. Пора давать любовь и ласку и тепло самому себе. И сейчас у меня это получается. Пожалуйста. Я, вот, Алишер, ты великолепен. Ты такой охуенный. Ты ебать красивый. Трезвый, блядь. Уф. Прекрасен. И ты охуенный. И ты, блядь, гениальный. И мы с тобой всех выебем. Вместе. Я, заурядный Алишер, и ты, гениальный Моргенштерн. Мы всех порвем, нахуй. Так, ну, вот коротко о том, почему расстались, собственно. Ну все, я принимаю нашего секретного гостя.